Всем привет, дорогие друзья, дорогие подписчики. Ну и последняя часть по поводу фрибута. То есть, собственно, ради чего все это было как бы произведено, да, проделана работа. То есть мы будем сейчас записывать Freestyle Dash на флешку. Ссылки на все системные файлы, вспомогательные, сам фристайл есть в описании. Загружаем, то есть мы вставляем, точнее, флешку в комп, форматируем ее в FAT32, нажимаем ОК, закрываем. Вот здесь вот будет у вас два файла эксешника. Нажимаем USB, запускаем от администратора. Вот. Все, соглашаемся, проходим там по всем вот этим вот, то есть мы выбираем путь, ну как обычно, да, как мы устанавливаем все программы. Тут как бы ничего такого токсичного не будет, никаких там всяких реклам и всяких браузеров вспомогательных, да, то есть обычная чистая установка, все нажимаем, подтверждаем и ждем. Вот. Так, теперь смотрите, еще такой момент, то есть как установить, допустим, игры там и все такое. Ну, я не буду об этом рассказывать именно в этой части. Я об этом как бы сниму уже отдельный ролик. Там их просто несколько методов, в принципе, как и везде, да, на любых других консолях. Поэтому здесь я только покажу саму оболочку, как она выглядит, как работает, то есть как происходит первый запуск консоли, в принципе, да, насколько он занимает времени, то есть и какие есть особенности. Вот, то есть только об этом, да, эта часть уже как бы завершающая, только мы увидим сам этот фристайл долгожданный, да, то есть вот. Ну, сейчас вот ждем, сейчас уже практически закончился весь процесс установки. Вот, ну, можете сайт не посещать, нажимаем готово и все, вставляем любой порт и включаем наш бокс. Вот, опять же, да, то есть у нас все уже отключено, то есть, ну, то есть понятно, что глич у нас останется, а программатор мы отключаем, можете даже, кстати, уже отпаивать его после всех вот этих вот манипуляций с нандом и так далее. Аккуратно отпаиваем и все, и забываем за это все дело. Ну, смотрите, вот первый запуск консоли, я специально его снял, то есть я не запускал, не проверял ничего, то есть все как вот у нас было изначально, то есть этот первый запуск он у вас может занять, опять же, у кого быстрее, у кого дольше, ну, где-то около минуты, двух вот так вот он занимает. Опять же, повторюсь, что по инструкции, кстати, не одной инструкции, а по нескольким я смотрел, там пишут иногда, что первый запуск бывает даже до получаса занимать, но честно, я что-то не знаю, у меня пока еще такого ни разу не было, вот, как бы все нормально работало, вот, ну вот, как-то так. Видим, появился логотип, значит, как бы все четко, то есть приставка работает, как и должна. Ну и вот сразу после логотипа появляется такая вот заставка Freestyle. Вот как бы все работает, как бы, да, то есть это у нас установлен был с флешки, то есть без флешки у вас будет просто загружаться обычная заводская стоковая оболочка, то есть, ну а вот таким образом можете установить и пользоваться. По поводу установки на Винчестер и о дальнейших как бы особенностях приставки я уже буду снимать отдельные ролики, обзоры чуть-чуть позже. На этом я буду заканчивать. Спасибо всем за просмотры. Всем я желаю крепкого здоровья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.